Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До сих пор не очень понятно, что же произошло со звездой сватов. Однако сегодня представителям театра наконец-то удалось с ней связаться. История неожиданного исчезновения актрисы театра и кино Татьяны Кравченко наделала немало шума в эти новогодние праздники. Напомним, что знаменитость перестала выходить на связь и не появилась в спектакле «Гвоздь сезона» или «Все билеты проданы». Станислав Садальский даже предлагал взломать дверь квартиры артистки, чтобы убедиться, что она жива. Сегодня Татьяна Эдуардовна наконец-то вышла на связь. Дозвониться до Кравченко удалось представителям театра «Линком», на сцену которого звезда сватов должна была выйти уже в начале следующей недели. В культурном учреждении заверили, что с пожилой женщиной все в порядке и никаких поводов для беспокойства нет. С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле «Женитьба», а 17 января выйдет на сцену в постановке «Под одной крышей». Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем, ответили в пресс-службе. Между тем, пока что ни сама Кравченко, ни ее знакомые ничего не говорят о причинах произошедшего. До этого актриса всегда была ответственной и обязательной, и именно поэтому ее исчезновение так напугало близких. По одной из версий, знаменитость сильно расстроилась из-за кончины политика Руслана Хасбулатова, которого хорошо знала. По другой, так и не пришла в себя после бурного празднования Нового года. В любом случае, уже в самое ближайшее время Татьяне Эдуардовне придется объясняться перед поклонниками и коллегами, которым пришлось серьезно понервничать.